кипятком заливаю. Прямо кипяток. Угу. Ну, я тоже на глаз. Мука, соль и кипятком заливаю. Соду положишь, это будет тесто мягче, но цвет будет не беленький, а такие они как бы коричневатые получаются. Поэтому дело вкус. Если тебе нравится, то будут негритята. Ну, картошка, да. Все это солят, перчат. Ну, если вне поста, туда можно нарезать кусочки сала. Ну, сейчас еще Алексей принесет. Ну, или вы хотите рыбу добавить. Брюшки, семги. Ждем, надеемся и верим. Такое деловое, либо лишнее, не улыбнется. А этот и в тихий листок нарисовал, там написал, баба, читай. Но я поняла слово и в тихий, еще что-то одно поняла, а другое нет. Я говорю, а как? Сам пишет, сам. Угу. Ну, представь себе, пойдет в школу, уже писать умеет, читать умеет. Сразу отправляйся во второй класс. А что, я вот еще, ну, я тогда, наверное, не знаю, в классе 8-9 училась. Ну, в школе еще училась. И вот семья, ну, они сами, папа с мамой, что-то, в общем, научные сотрудники там-то, ну, грамотные люди, образованные. И у них вот четверо детей, и все дети экстренно кончали школу, экстерном. И одна девочка у них закончила, в 17 лет уже закончила институт. Вот такая семья была. Мне все нравится, как ты расскажешь, как это. Ты делала уроки, Володя, расскажи. Да, я расскажу. Делала уроки, она сидит, делает, а отец сзади подошел. Посмотрела, у меня неаккуратно написано. Так, он меня вот так вот под затыльник, я только носом в тетрадь. А он мне говорит... Возьми чистую тетрадь и только попробуй так же написать. И я потом эту тетрадь до самого конца 5-5-5-5 чисто писали. Сразу научилась. Да, сразу научилась. А у нас папа долго не разговаривал. Он сразу или ремнем, или под затыльник. Сразу метод воспитания и все. Вот замешиваю, замешиваю, когда вот уже готово, я считаю. Угу. Вот если выравнивается хорошо, быстро, значит, больше не надо мешать. Угу. Все. Теперь дальше стряпаем. Это у них нету. Ну и я их приглашала в баню, а Володя был на море. Люба, я когда зашла к ним в комнату, вот представь, комнатушка материна, шифонерчик и кровать. Все, больше ничего не было там в этой кухне не было. Вот это вот такой вот коридорчик. Вот, и все. И там комната была, наверное, как наша. Вот так. Диван, кроватка. А эта вторая старшенькая на диванчике спала на другом. Но когда хочу сказать, что я когда зашла к ним первый раз в гости, такой коридорчик маленький, как крылечко под на это. Люба, вся обувь помытая, вся на газеточке стоит. Мне это так удивило. Когда я зашла в комнату, я подумала, как на этой кухне, вот на этом коридорчике можно готовить. Люб, все. А в той комнатке, где они жили, Люб, ну я не знаю как. Она когда мыла пол или там что-то убирала, невозможно было. И вот этот стол, как полированный-то наши,
раньше люк, как у тебя, а вот у меня он посередине был. И стулья. И вот Оля берет эти стулья все вот так вот на стул, вот так, вот так, вот так составить, чтобы это пропылесосить. Ну какая чистота была. Ни одной тряпочки. Игрушки, если только играли девчонки на диване, это поиграли, все, уже игрушек не видать. А она все вязала, 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 как его муж-то звали. Толик, что ли, уже надоело друг другу, видать, спать охота. А она ночами все, и он что, встает, не, это Люб, нитку ей чик, перервет. Оля говорит, и тогда я, говорит, только спать могла. Но я вот как вспомню эту обувь. А я говорю, газеткой прикрою, иду. А я не со свекровью живу, да? И мне вот эта Оля все время в глазах. Думаю, ужас, в такой тесноте. Ну как вот можно вот все это содержать, думаю. Ой, бедная. Задерживайте, задерживайте нас. А у мужа родители были молодые. Мир дому всему. За миром, а миром не миром. Ну что вы принесли? Все, что ли? И все, что ли? Это изюминка. Ну, это изюминка. Вот сколько есть, все, ну, да. То есть это нарезал. Да мы не будем мешать. Я бы хотела сказать, вот давай так. Тогда это отдели картошку, сделай с этим. А потом то, что. Ну, нет, Люб, я так думаю. Вот это все перемешаем, сколько надо, посолим. А это вот так вот брать и по три штучки в каждую класть. Да не хватит, мам, нет. А что бы все не перемешать? По две. Очень жирные, опасные. Ты устанешь по две ложить-то. Ничего не устану. Так лучше, так я уже буду знать, что в каждой две штуки лежит. Mm-hmm. Понимаешь? Я буду знать, что в каждой две штуки лежит. А ты положи кому-нибудь не две, а три. Кому-нибудь плохо станет. Вот мы смеемся. И мы вот эти чулки распускали. В три, в четыре нитки их соединяли. И вязали носки. Там прежде чем носки связать, столько работы переделаешь, что масло для того, чтобы картошка не темнела, пока стряпать будешь. А так она же крахмал был таки свят. Значит, лук и картошка. И брюшки. Ну, все, что туда надо, все прямо здесь мешается, и это получается фарш. Делают из соленой капусты. Делают вот то же самое, но добавляют туда сало. Это уже вот на тот случай, что если не пост, что как бы по калорийнее будет. Ну, еще... Ну, тыквенные делают, тыквенные. Тыква с луком. Масла еще или хватит? Да хватит, наверное, лишь бы оно обмазанное были картофель здесь. Ремонтировал. За ним-то машину пригнали, а оттуда он смог, промок ноги или что-то руки. Короче, мы начинаем попутных добираться.